Когда нас обвиняют в том, что, значит, у нас низкая цитируемость, низкое участие бизнеса, мы должны четко и ясно понимать, это не Академия наук виновата, это виноват президент страны, это виновато правительство, потому что у нас не работают заводы. У нас мало работающих заводов. Машиностроение у нас в упадке, а машиностроение — это та отрасль, которая, если она развивается, она требует научных проработок. Вот отсутствие участия бизнеса в финансировании Академии наук — это экономическая ситуация, невостребованность, никому не нужно. Вот и в этом виновата не Академия наук, а руководство страны. Вот это тоже научная общественность никак не понимает. Мы все время говорим о том, что вот государство много денег дает, а бизнес не дает. Бизнесу это не нужно, потому что такова у нас экономика. Вот и все. Вот две главные проблемы мы должны... Три проблемы. Это, во-первых, восстановление роли Академии наук в руководстве институтами. Второе, публикации. Восстановить значимость отечественных публикаций. Они должны быть, рейтинги иметь здесь у нас, цитироваться здесь у нас. И третье, конечно, выправление экономической ситуации. Спрос на знания, организация спроса на знания — это основная функция государства. Если нет спроса, значит, президент Путин, ты виноват. Ты разберись у себя в своих делах. Правительство, разберитесь в своих делах. Вот, к сожалению, общественность это не осознает. Мы часто берем на себя вину, вот мы, вот наши результаты и так далее, и так далее. Не за все отвечает наука. А за то, что она должна отвечать, вот это я сказал.